Данный фильм основан на реальных событиях. Посвящается Умут и моим детям. Я видел солнце. Дракон, я Орел, прием. Орел, дракон на связи, прием. Дракон, какие координаты? Орел, юго-западная сторона горы Чимчем. Координаты 46-525-96-250. Вас понял, дракон. Мы будем там через минуту. Справа от нас пещера. Эскадрилья «Орел» готова открыть огонь. «Орел» второй готов. «Орел» третий готов. Огонь! Орел-1. Справа вижу двух террористов, пытающихся скрыться. Вас понял. Готовы стрелять. Открыть огонь. Это жители, не стреляйте. Не стреляйте. Вас понял. Возвращаемся. Пришли. Ну вот, мы волновались за вас. Как дела? Мы попали под обстрел. Как вы? Все в порядке? Однажды нас убьют, но я не знаю, когда. Опять была операция? И что, вы продали товары и продукты? Я больше никаких куриц не пойду продавать. Рамо, мы вынуждены ходить на рынок. Даже если на нас будут сыпаться бомбы. Не выбрасывать же сыр и молоко. Нас когда-нибудь убьют. Отправят на тот свет. Иного выхода нет. Рамо, твоя жена рожает. Что ты сказал? Надеюсь, на этот раз сбудется. Дайте мне расческу. Расческу? Не вмешивайся. Держись, милая. Зихра, приготовь воду. Сейчас, мама. Держись. Немного осталось. На этот раз родится мальчик. Когда моя рожала, я расчесался и родился мальчик. Вот увидишь, на этот раз наверняка родится мальчик. Помяни мое слово. Слышишь, Рамо? Всевышний, услышь молитву Мусто. Пошли мне мальчика. Брат, мне тоже кажется, что теперь будет мальчик. А если и сейчас родится девочка? И... Я за себя не отвечаю. Эй, не тряси ногой. Не тряси, говорю. Отстань, придурок. Идиот. Какой красивый ребенок. Счастье наше. Возьми. Пусть растет здоровым. Зихра, беги, сообщи новость. Боже, дядя Рамо! Мальчик, мальчик, он родился, мальчик родился. Что я тебе говорил? Я ж говорил. Дядя Рамо, дядя Рамо! Что там, Кадо? Дядя Рамо, радость, кто родился?
Не скажу. Сначала станцуй. Говори быстрее, Кадо. Сначала станцуй. Да говори как баба, отвечай уже. Дядя Рамо. Что? Поздравляю. И кто же? У тебя родилась здоровая дочка. Что ты сказал? У тебя родилась дочка. Я вам говорил, не бежать ко мне, если родится девочка. Придурки. Папа, собирайся, пойдем свататься. Стыд какой. Прекрати, сынок, не надо. Не расстраивайся. Мама, он приведет вторую жену. Где он найдет в округе женщину? Если бы была, Мамо бы уже женился. Нет. Хавар, не плачь. Рамо тебя любит, и он не посмотрит на другую. Правда? Конечно, любит. Я не знаю. Я предупреждал, что женюсь, если снова родится девочка. Да, предупреждал, я слышал. А я не слышал. Папа, ты не видишь. Так теперь и слышать перестал. Рамо, нам достаточно других забот. В чем виновата Хавар, что Аллах не шлет тебе сына? Я бы мечтал о дочери. Ну, у вас всех есть. Я тоже хочу сына. Сынок, моя невестка заботится и о нас, и о детях, и о скоте. Ради меня. Попробуйте еще раз. Рамо. Рамо не обидит мою сестру, взяв другую. Племянник, делай то, что пристало нашей семье. Папа, повесим фотографию брата. Пусть братья висят вместе. Нельзя их вешать рядом. Почему, папа? Нельзя, сынок. Нельзя. Хавар. Моя мама раньше говорила, если беременной, часто смотреть на мальчика, родится мальчик. На этот раз смотри почаще на моих сыновей, и родится мальчик. Мама, мама! Дедушка дал малышу имя! А ваш папа никак не просил назвать? Нет, дедушка назвал. Он сказал, вашу новую сестренку буду звать Бималь. Зиляль, Деляль, Хазал, Севаль, а это Бималь. Пошли. Невестка, не расстраивайся. Что плохого, что родилась девочка? Я обожаю девчонок. Год спустя. Храни вас Аллах. Удачи вам. До свидания. Пока. Счастливого пути. Солдаты едут. Приветствую. Здравствуй, комендант. Рад тебя видеть. Я тоже. Привет, ребята. Здравствуй. Ахмед, и тебе добро пожаловать. Если голодны, наши что-нибудь приготовят вам. Большое спасибо, но мы сыты. Хорошо. Господин Давуд, надо поговорить. Конечно, поговорим. Проходите. Сынок, скажи, чтобы заварили чай. Держите. И мне тоже. Угощайтесь. Мне тоже, я тоже хочу, дядя Ахмед. Держи, держи. Как там наш солдат служит? Хорошо, комендант. Через пару дней возвращается домой. Вот и отлично. Армия недолго длится. Да. А от другого сына есть новости? Нет. Господин Давуд, перейдем к делу. В доме не может быть второго дома, а в государстве второго государства. Поговорите с вашим сыном. Пусть воспользуется законом об амнистии и сдастся. Думаете, я не хочу вернуть сына? Вот и помогите нам. Керим уехал. А что насчет вас?
Когда брат Хайдар примет решение, тогда мы и уедем. О, Всевышний, ради всего святого, услышь мои молитвы. Пошли мне сына, так как ты послал Исмаила святому Ибрагиму. Клянусь тебе, если у меня родится сын, я принесу 7 жертв. Уважаемые телезрители, добрый день. Добро пожаловать. Уважаемые телезрители, добрый день. Приветствую вас, дорогие женщины. Приветствую вас, приветствую вас. От всей души желаю вам здоровья, счастья, радости и, конечно же, много-много денег, уважаемые. Большое спасибо. Большое вам спасибо. Почему ты говоришь женским голосом? Послушай. Не выводи меня из себя. Ты же мужчина, а не какая-нибудь баба. Мамо, сколько тебя ждать? Вставай, придурок. Проваливай отсюда. Проваливай. Что случилось, сынок? Где ты был? Ничего не случилось. Все нормально. Я в одиночку пригнал стадо. Я не знаю, куда подевался брат. Вот увидишь, на этот раз будет мальчик, помяни мои слова. Слушай, ты лучше молчи, а? Каждый раз, когда ты обещаешь мальчика, рождается девочка. Вот увидишь, на этот раз получится, наверняка родится пацан. Мусту, у тебя трое сыновей, лучше молчи. Не подведи, невестка, пожалуйста. Я уверен, что будет. Что будет? Мальчик будет, не переживай. Ты слышал? Он обещал, он сказал, что будет мальчик. Родная наша, давай. Давай еще. Немного осталось. Держись, деточка. Мамочка. Мама. Родился, милая. Все позади, позади. Какое счастье. Гюлистан, укутай ребенка. Мы сообщим новость. Честное слово, это мальчик родился. Всевышний, Всевышний, только бы у меня родился сын. Дядя Рамо, дядя Рамо! Рамо! Мальчик родился. Мальчик родился. Дядя Рамо! Рамо! Что там? Рамо! Что там? Сначала станцуй. Рамо! Кто родился, Кадо? Станцуй сначала, станцуй. Скажи, как мужчина. Нет, сначала танцуй. Рамо, у тебя мальчик. Что? Мальчик. Что? У тебя Боже мальчик. Мой. Давайте. Танцуй, танцуй. Танцуем. Давайте, давайте. Рамо, куда ты помчался? Рамо! Поздравляю, дочка. Спасибо, мама. Вот видишь, что я тебе говорила? Что говорила? Я же говорила, смотри на моего, и тогда родится мальчик. Мальчик и родился. Рамо, поздравляю, сынок. Твоя мечта сбылась. Ты только посмотри, а? О, Всевышний, прости все мои прегрешения. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Ты же собирался взять вторую жену. Кто сказал? Ты. Да ты что такое говоришь, моя солнышко? Иди ко мне. Идем. Идем. Я умру ради тебя. Идем, счастье мое. Мама Пакизе. Мама Гулистан. Большое вам спасибо. Я схожу кое-куда с сыном, вернусь через 5 минут. Куда? Куда ты понес ребенка? Мама, беги за ним. Куда он его понес? Еще даже 40 дней не прошло. Откуда мне знать, дочка? Рамо, куда помчался? Сумасшедший, как всегда. Придурок, ребенок только родился. Папа, позови его. Рамо, куда ты потащил ребенка? Он же заболеет. Выдает. О, Всевышний Аллах, ты услышал мои молитвы. Я сдержу клятву.
данную тебе. Пусть мой сын будет счастлив и чист, как пророк. Я назову его... Я и не думал, как его назвать. Ты же мне всегда послаешь девочек. Рамо, поздравляю. Твое желание сбылось. Спасибо. А когда твоя родит? Надеюсь, в течение месяца. Ты девочку хочешь или мальчика? Пусть у тебя тоже родится пацан. Главное, чтобы был здоров. Пусть все благополучно разрешится. Спасибо. Пират, когда у тебя дембель? Через 86 дней. Отпуск заканчивается через неделю. А у тебя когда дембель, Ахмед? У меня через 84. Немного осталось. Да, как и Бирату. Верно. Рамо, поздравляю с сыном. Спасибо, комендант. Здравствуй. Комендант, присаживайся. Добро пожаловать, комендант. Спасибо. Садись, брат. Всевышний услышал твои молитвы. Пусть растет здоровым и счастливым. Спасибо. Рамо, пора отдавать детей в школу. Комендант, сам знаешь, все школы закрыты. Самые ближайшие за 40 километров. Иначе быть не может. Условия не позволяют. Вам скорее нужно собираться и уезжать отсюда. Мы земледельцы и скотоводы. Государство говорит нам переезжать, но не дает нам ни крова, ни работы. Вот снова начались операции. Мы тоже не жаждем тут оставаться, но выхода нет. Бежим, ребята! Серхат. Серхат? Сынок. 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 Серхат. Бират. Вы, братья, никогда не забывайте об этом. Серхат. Серхат, сынок, почему ты ушел? Вернись домой. Вернись. Папа, назад дороги нет. Сам знаешь, мы мертвые дети беспризорного народа. Ты не беспризорный. Я ушел в горы ради вас. Я ради вас пошел на смерть. Сынок, разве в смерти может быть выход? Я делаю все это ради вас. Однажды вы поймете это, отец. Мама, мне надо идти. Пусти. Не уходи. Пусти, мама. Не уходи. Останься. Брат, что будет, если мы окажемся по разные стороны в перестрелке? Если умру я, то прослыву террористом. А если ты, то герой. Пошли. Идем. Серхат. Серхат.
что случилось? Не бойтесь, все хорошо. Это дедушка Гром. Дедушка Гром. Обычно Гром и Молм. Ложись, дочь. На улице взрываются мины. Дочка, это дедушка Гром. Это не мины. Все, дети, заспать. Смотрите, ваша сестра Зазель. Не боится. Ложитесь спать, ложитесь. Закрывайте глазки, мои драгоценные. Спите. Спите. Эй, вы! Зачем встали? Ложитесь спать. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Мама, что происходит? Нет Бога, кроме Аллаха и пророк его Мухаммад. Комендант, террористов в селе нет. Друзья, в ваше село вчера приходили террористы. Вы их видели? Спрашиваю еще раз. Вы видели вчера террористов или нет? Мы никого не видели. Если узнаем, что вы покрываете террористов, наказание будет суровым. Вас посадят за покрывательство и пособничество террористам. Государство превыше всего. Рядом с вами проходят военные операции, а вы говорите, что ничего не видели. Террорист не может быть другом. Мы здесь ради вашего же блага. Мы боремся ради вас. Это ваша родина. Ради вас гибнет множество юношей. К сожалению, вчера вечером погибло четверо наших солдат. Семеро террористов были убиты. Господин Давуд. Ступайте к берегу реки, чтобы опознать убитых террористов. Чтобы через два месяца в селе никого не было. Будет исполнено. Командир, господин Хайдар очень упрямый. Он отказывается уходить. Если не уйдет он, то никто не уйдет. Джанер, в таких случаях не получается быть добрыми и терпеливыми. Пока сельские помогают террористам, мы не сможем их уничтожить. Жители должны уйти, чтобы мы могли истребить преступников. Если бы государство оказало помощь сельским, если бы хоть как-то поддержало их, то дело бы не зашло так далеко, командир. Говорят, огонь сжигает место, куда попадает. А сейчас, похоже, огнем охвачено все вокруг. Хавар? Хавар, что случилось? Подружка. Подруга, что с тобой? Все нормально. Живот схватило. Ты который день хвораешь? Что-то серьезное? Нет, нет, все хорошо. Давай сходим к источнику. Хавар, скажем Раму, он отвезет тебя к врачу. Ни в коем случае не говори. Я не больна. Зихра,
Как хорошо было раньше в этом селе. Как многолюдно. Да. Теперь она опустела. Остались только мы. Скоро и нас выселят. Подружка, ты бы хотела еще одного ребенка? Как скажет глава моей семьи Раму, так я и сделаю. А ты хочешь? Я всегда хочу. Вот сумасшедшая. Мусто говорит, заведем еще одного. Что? Вот ненасытные. У тебя уже 3 сына. Что тебе еще нужно? Я хочу дочку. Надеюсь, Всевышний пошлет мне дочку. Девочки, это хорошо. У них не такая судьба, как у местных мальчиков. Они становятся или сторожами, или солдатами, или уходят в горы. Иного выбора у них нет. Гулистан, не переживай, все в порядке. Думай только о хорошем. Добрый день, матушка. Добрый день. Это дом Ахмеда Барана? Да. Мы можем войти? Входите. Добро пожаловать. Спасибо. Что-то случилось с Ахметом? Комендант. Комендант. Ахмед умер сегодня утром. Примите наши соболезнования. Ахмед, Ахмед. Сынок. Служим Родине. Сынок. Второй слева, солдат Ахмед. Беда-то какая. Беда, 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 беда. Беда.
Вы приняли решение? Когда уезжаете? Я уже раньше говорил, мне некуда уезжать. Что я могу сделать? Вы должны срочно освободить село. Сынок, впереди лютая зима. Мы не знаем, куда нам податься и что делать. Ну, представим, что мы уедем. Где прикажешь жить? Если хотите, поговорите с моим отцом. Можете переехать в Гирисун и собирать фундук. Наши помогут вам обустроиться. Господин Давуд, не огорчайтесь. Я принял решение. Поеду в Норвегию. Что? В Норвегию? Что тебе взбрело в голову? Я поеду к Недиму, брат. Друзья, вы тоже, как и господин Давуд, должны принять решение. Папа, переберемся в Стамбул. Не упрямься. Куда хотите, туда и поезжайте. Я покину село только мертвым. Господин Давуд, спасибо, что заботился о моих солдатах. Надеюсь, вы будете счастливы на новом месте. Однажды все закончится, и вы вернетесь обратно на свою землю, в свои дома. Это ваши дома и ваша земля. Мы присмотрим за ними. Я больше не вернусь на землю, где оружие стало важнее слова, где брат убил брата. Я не знаю, что происходит и почему не кончаются эти беды. Жаль, что не все такие, как ты. Прощай, солдат. Прощайте. Скорее, Кадо! Уже бегу, брат. Счастливого пути. Обещаю, комендант, я дам детям образование. Кадо, быстрее. Кадо. Скорее, скорее, скорее. Идем, дядя. Поезд приехал. Пора прощаться. Давуд, брат, счастливого пути. Храни тебя Всевышний. Брат, и тебя тоже. Храни вас Всевышний. Спасибо. Дядя, давай здесь сядем. Мамо, в Стамбуле много девушек. Найди себе подходящую и женись. Хорошо, женюсь, если посчастливится. Папа, как далеко до Мерсина? Не знаю, сынок, не знаю. Давуд, что посеешь, что и пожнешь. Что мы будем делать в Стамбуле? Куда подадимся? Я же сказал, Хайдар, мой друг Джума из Стамбула поможет нам. Хавар,
Что с тобой? Глава моей семьи. Мне очень плохо. Что случилось? Что с тобой? Из меня течет много крови. Много крови? Почему ты не сказал? Я бы отвел тебя к врачу. Разве я могу тебя огорчать? Пожалуйста, отведи меня к врачу. Хорошо. Отведу солнышко мое. Идем. Какой-то огромный город, дядя Мамо. И не говори, ни конца, ни края. И какой красивый. Правда, брат? Да, действительно красивый. Замечательный. Ребята, посмотрите, какое море. Посмотрите. Хавар, смотри. Кадо, смотри, смотри. Там еще мост. Только посмотри, что только не создал Всевышний. Папа, этот Стамбул очень красивый. Ты совсем спятил, сын. Приветствую вас. Здравствуй, господин Джума. Тут тоже комната, а это гостиная. Плата за 2 месяца вперед, плюс депозит на месяц. Что скажете? Мы согласны. Хорошо, Мустафа. Поговорим вечером. Как скажешь, Джума. Ребята, поскорее заносите вещи. Конечно. Сколько ты отсидел? Неважно, все уже позади. Уже не имеет значения, сколько и за что я сидел. У тебя как дела? Плохи мои дела. Удачи. Это последние. Отбывай. Что это за птицы? Самые прекрасные создания моря. Зовутся чайками. Чайками? Они похожи на наш народ. Наш народ ни к чему не привязан. Живет свободным. Ему принадлежит весь мир. Дядя Джума, я хочу отдать детей в школу. А как это сделать? Рядом с нами есть школа. Отдадим. Не волнуйся. Дядя, большое спасибо. Я очень благодарен. Идем, мама. Да в чем дело? Полубаба, полумушек. Ты до сих пор не свалил отсюда? Вас всех нужно истреблять. Что вам от меня нужно? На помощь! Кричи, кричи, сколько влезет. Проваливай отсюда, пока не нарвался. Вали отсюда. Давай! Испоганили наш район. Мы их выживем отсюда. Когда у тебя начались боли? С предпоследних родов. Сколько у тебя детей? 6. Ты всех дома рожала? Да. Сколько тебе было, когда ты вышла замуж? 13. Твой муж тебе родственник? Кузен. Симптомы плохие. Есть проблемы с маткой.
Мы решим, что нам делать, когда будут результаты анализов. Здравствуй, папа. Здравствуй. Здравствуй, папа. С возвращением. Дочка, как дела? Хорошо, папа. Дети, у меня хорошая новость. Скоро вы пойдете в школу. В школу? Когда мы пойдем, папа? Скоро, дочка. Совсем скоро. Ты рада? Рада. Папа, а где Кадри? Пошел с дядей делать паспорта. Я сказал Кадо не ходить. Но он не послушался и ушел. Ты сам сегодня убедился, как эгоистичны и жестокие люди. Они прогнили насквозь. В этой стране очень трудно самовыражаться. Ты сегодня так мило на меня смотрел. Расскажи о себе. Кто ты, что ты, откуда приехал? Мы приехали с Востока. Нас заставили уехать из села. Вот нам и пришлось перебраться сюда. Ты первый, с кем я тут познакомился. Первый, с кем я общаюсь. Ты будешь моим первым другом. Меня зовут Джан. Но в районе Таксима меня называют Джансу. А я Кадри. Но в селе меня звали Кадо. А разве Джансу не женское имя? Да, конечно. Ты же парень. Нет. А кто ты? Я трансвестит. Кто? Что это такое? Решение за тобой. Если хочешь, поговорим с ребятами, которых я нашел. Правда, нужно быть очень осторожными. Как-никак, они торговцы людьми. А эти люди раньше занимались подобными делами. Это их работа. Завтра пойдем все вместе и поговорим. Хорошо. Ладно. Хавар, я пойду в магазин. Что-нибудь нужно? Нет, Кадри. Тетя. Тетя, почему ты так переживаешь? Твой сын скоро вернется из армии. На все воля Аллаха. Сколько еще будет проблем? Хавар, вы до сих пор не готовы? Мы же собирались на прогулку. Тетя, поехали с нами. Девочки, папа. Поехали гулять. Скорее, дети, поедем смотреть море. Идем. Деляль, дай мне руку. Кадри! 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 Иди сюда. Ну иди же. Мамо, а в Норвегии хорошо? В Норвегии? Да, очень хорошо. Папа, когда мы поедем? Скоро, сынок, скоро. Папа, а мне сделают протез в Норвегии? Вставай, Дауд. Они нас ждут. Хорошо, пошли. Идем, сынок. Это паренек, о котором ты рассказывала? Да, Кадри. Петек. Привет, рада знакомству. Я тоже. Туана. Приветики. Наша Тансу. Приятно познакомиться. А я Фифи. Мой папа. Идем, поиграем с нами. Не приставай к парню. Да ладно тебе. Бежим скорее. Дочка, бегайте осторожнее, осторожнее. Не упадите в воду. Ой.
Не плачь, не плачь. Здравствуй, шеф. Доктор запретил. Сколько человек? Четверо. По 3000 евро с каждого. Вместе будет 12 тысяч. Деньги вперед. Слышал? Это огромные деньги. Возьмете заранее все деньги, а потом что? С вами каши не сваришь, господин. Раз не доверяете, не соглашайтесь. Все просто. Если мы не уедем в Норвегию, мы пропадем. Как они попадут в Норвегию? Обсудим это позже. Пусть сначала примут решение. А перевозка за нами. Папа, постой. Как я и говорил, эта машина начисто выстирает все ваше белье. Достаточно нажать на эту кнопку. Вы поняли, женщина? Хавар, он у тебя спрашивает. Ты поняла? Поняла, поняла. Она поняла. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо. Это моя визитка. Будут проблемы, звоните. Хорошо. Хавар, я сегодня ходил в гости к другу. Там все мужчины были женщинами. Что ты такое говоришь? Не проболтайся брату, иначе убьет. Я сегодня разговаривал с дядей Сой. Они устроились на работу в Мерсине. У них все отлично. Хорошо, я рад. Пусть будут счастливы. Давуд, как твои дела? Как только вернется Бират, сразу уедем. Дорога дальняя. Хорошенько накормите и напоите скот. И сами поешьте как следует, ясно? Я буду через 2 часа. За-за! Загружай, загружай. Давай скорее. Хорошо. Загружайте. Братан, где вы пропадаете? На дорогах пробки. А что все это? Это их вещи? Мы не транспортная компания. У каждого должно быть по одной сумке. А это что? Куропатка. Эй, мы не можем взять всех животных. Оставь ее. Скорее, скорее, эй, народ, пошевеливайтесь. Скорее, не тяните. Давайте. Хайдар. Загружайте, загружайте скорее. Кому говорю? Прощай, брат. Счастливого пути. Прощайте. Пусть у вас все получится. Спасибо, племянник. Береги наших ребят. Племянник, счастливого пути. Познакомлю тебя кое с кем. Надеюсь, понравится. Пошли скорее. Мои красавицы-дочки, мама вас обожает. Папа купит моим девочкам форму. Они пойдут в школу. Вы должны прилежно учиться. Хорошо? Договорились? Зиляль, ты станешь учительницей. Зиляль, а ты? Ты будешь врачом. Хазал, а ты? Ты будешь инженером. Мама, а кем я буду? Будешь начальницей.
Да, ты будешь начальницей. Пусть Бималь вырастет, и тогда решим. А Серхат станет тем, кем папа захочет. Мама, мы будем очень прилежно учиться. Молодцы мои девочки. Мама, когда мы поедем в село? Дочки, мы только приехали. Какое село? Нет, мы никуда не поедем. Забудьте о селе. Теперь ты, милая моя. Спасибо, дядя Джума. Мы очень тебе признательны. Он немного застенчивый. Правда? Очень хорошо. До встречи. Пока. Стой, Кадо! Стой! Что ты делал с мужиками, похожими на баб? Кто это был? Где ты нашел этого педика? Мы не общаемся с такими людьми. Поднимайся. Вставай. Пошли, сказал. Заходи внутрь. Мамо, куда ты убежал? Побросав вещи. Кадо больше не выйдет из этой комнаты. Я застукал его с мужиками в бабской одежде. Я его когда-нибудь убью. Я не понимаю этого парня. Мне совсем не нравятся эти люди. Капитан! Все, пора, пора, давай скорее. Все, все. Встаем. Встаем, поднимайтесь. Скорее нам пора. Ниджин, давай сигнал. Подай еще раз. Скорее, скорее, скорее. Мы свое дело сделали. Скорее. Быстро. Давай, давай. Скорее. Ну давайте, давайте, давайте. Вас ждет новая жизнь. Счастливого пути. Желаю удачи. Все. Мы свое дело сделали. Закрываем. Давай, отправляй, капитан. Рамо,
Кто позаботится о детях, если мне сделают операцию? Я позабочусь. Не переживай. Ты, главное, выздоравливай. Рамо, если б Серхат не родился, ты бы привел другую. Ты мать моих детей, солнышко в моем доме. Мне не нужна другая. Мама, мы пойдем играть. Можно взять с собой Зиляль? Хорошо, но не отходите далеко от дома. Ладно, мама. Не беги, дочка. Хавар, у тебя сегодня операция. Бросай работу, идем. Иду. Позаботься о детях. Хорошо. Госпожа врач. Госпожа врач, пожалуйста, вылечите мою жену. Не переживайте, господин Рамазан. Откройте дверь! Откройте дверь! Откройте дверь! Выпустите нас, мерзавцы! Откройте, подонки! Откройте дверь! Какие бессовестные! Диляль! Ты стала взрослой. Тебе уже 11. Ты будешь хозяйкой в доме, пока не вернется мама. Хорошо, милая? Хорошо. Эй, братан, ты сказал, полчаса, прошел уже час. Дядя не мог солгать, он обязательно приедет. С ним, наверное, что-то случилось. Братишка, мы опаздываем, опаздываем. Я говорю вам, он приедет, приедет. Его все нет? Нет. Брат, это Норвегия?
Нет, это Даня. Дядя отвезет нас в Норвегию. Но где же он? Где? Дядя приехал. Здравствуй, племянник. Привет. Где ты пропадаешь, Недим? С приездом, Давуд. Рад встрече. Тогда мы поедем. Спасибо, ребята, спасибо. До свидания. Пока. Я принесу чемоданы. Давай. Племянник. Здравствуй, дядя. Недим, у меня нет слов. Мы проделали такой путь, а обысков не было. В странах Шенгена отменили отдельные визы. Теперь можно свободно передвигаться из одной страны в другую. Вот так. Да ты что, Недим? А мы пока доберемся из села в село, нас 100 раз обыщут. Дядя, что это за штуки торчат из воды? А, это ветряные генераторы. Они вырабатывают электроэнергию. Брат, что нового на родине? Расскажи. Там все та же нищета. Постоянные распри и кровопролитие. Да, не стоит ждать, что народ будет жить в мире и согласии, пока в стране воюют чиновники. Есть же поговорка. Бушует буря, огнутся деревья. Да. Властей заботят только их должности. В чем виноваты те, кто умирает в Турции? Скажи. Уже 40-45 тысяч человек умерло. И кто все эти люди? А? Обычные люди, как ты и я. Недим, ты знаешь, я потерял всякую надежду. Что ни говори, а пока не испытаешь на себе, не узнаешь. Мне ли не знать? Да вот, мне ли не знать. Где еще были такие пытки, как в тюрьме Диарбакыр в 80-е годы? Тогда мне было 26, когда я бежал от фашистского переворота. Легко ли? 28 лет прошло, но ничего не изменилось. И не изменится, пока есть империалистические страны и те, кто наживается на этих войнах, ничего не изменится. И распри не прекратятся. Никто не думает о простых людях, да вот. И не говори. Никто о простых людях не думает. Будьте вы все прокляты. Мой ненаглядный сыночек. Дочка? Если Серхат заплачет, сразу дай ему соску. Он успокоится. Папа, я умею готовить кашу. Молодец, дочка. Умница. Дочка, ни в коем случае не выходите на улицу. Если будет скучно, включите телевизор. Ясно? Ясно. Все, я пошел. Пока. Папа, приходи пораньше. Постараюсь. Идем, папа. Мамо, мы ушли. Давайте. Кадо, пригляди за детьми. Ура! Козел. Бесстыжий подонок. Мерзавец. Только посмотри. Дядя, смотри, какие красивые горы.
Разве они сравнятся с нашими снежными горами? Племянник, а тебе нравится? Очень нравится, дядя. Это норвежские фьорды. Скорее, скорее уходи из этого дома. Пожалуйста, уходи, тебя здесь не должны видеть. Ты так сломаешь себе жизнь, они убьют тебя. У тебя есть мой номер, если тебе что-то понадобится, сразу звони, ладно? Если брат узнает, что я говорил с тобой, он меня убьет. Прошу, уходи. Сейчас же не каменный век, позвони мне. Дядя, я хотела сварить кашу, почему молоко такое странное? Дай сюда, испортилось, наверное. Что вы делаете? Это же не игрушки. Так, 300 дней из 356, или пасмурно, или дождливо. Людям не хватает тут солнца. Ты будешь редко его видеть. Полити. Что? Полиция. Полиция, не паникуй. Men det er Tyrkias problem. Vi kan ikke gjøre noe med det. Vi må ta dere til Oslo. Маму, иди к Джуме, он нам поможет. Идите в полицию, сделайте что-нибудь. Хорошо, папа. Мы как бабочки. Жизнь для нас лезвие ножа. Решился на что-то, сделал один неверный шаг, и ты уже летишь с моста вниз. А ты не будь ни бабочкой, ни букашкой. Найди работу и трудись. Я не могу работать. Я не такой, как мои братья. Я убил мужчину внутри себя. Внутри тебя есть мужчина? Где он? Покажи его. Покажи. Я хочу его увидеть. Скорее. Тансу, не будь пошлой. Ты, как и все, должна отстаивать свою жизнь, девочка. Как ты меня назвал? Девочкой? Где ты нашла эту милашку, а? Папа, мама ничего не сказала? Конечно, сказала. Что она сказала? Знаете, что она сказала? Передай привет всем моим крошкам. Я очень по ним соскучилась. Папа, возьми нас в больницу. В больницу? Как только мама немного поправится, я всех вас возьму. Дети никак не успокоятся. Постоянно плачут. Дочка. Не хулиганьте и не огорчайте дедушку, ладно? Идем, мы опаздываем. Сынок, снова сходите в полицию, спросите. Сходим, отец. Увидимся вечером. Двадцать тавриды. Восемь тунца. Сестра, пошли играть. Хорошо, пошли. Маленький Серхат. Моя крошка.
Моя крошка. Сестра, Серхат обкакался. Давай постираем его. Не плачь, Серхат. Мы тебя выстираем. Не плачь. Идем. Давай, откроем дверцу. Боже. Что там происходит? Девочки, зачем вы включили машину? Дилель! Лови! Дедушка, мы стираем машине Серхата. Что? Вы положили его в машинку? Вытащите его! Вытащите! Дилель! Азам! Мы не можем принять всех, кто сюда приезжает. Мы вынуждены депортировать вас. Мы приехали сюда с такими трудностями. Пожалуйста, не делайте этого. Не отправляйте нас обратно. Нам придется выслать вас на родину. Ничего не поделаешь. Господин, расскажите, как это случилось? 25 лет мы жили между двух огней. Даже мои дети разделились. Один сын примкнул к группировке и ушел в горы, а другой стал военным. Результат налицо. Зачем вы приехали в Норвегию? Мы жили в самом прекрасном месте на свете. Но его превратили в ад. Сына, что ушел в горы, убили. Вы знаете, каково это — лишиться сына? Что для человека важнее его ребенка? Какая война может оправдать такую утрату? Я приехал сюда, чтобы сохранить жизнь детям и жить по-человечески. Мой младший сын напоролся на мину. Покажи ногу назад. Прошу запротоколировать. Выношу приговор.
Первое. Согласно Уголовному кодексу ТОСы, статье 22.6, Хайдар Алтун и Рамазан Алтун освобождаются от уголовной ответственности. Второе. Передать пятерых детей органам опеки и попечительства. Я не понял. Мы заберем у тебя детей и отдадим на попечительство государства. Государство? Да, государство будет выплачивать вам пособие в размере 10 600 крон в месяц. Это примерно 2000-2500 лир. Пособие? Они ни за что, ни про что будут платить нам такие деньги? Только Аллах дает что-то безвозмездно. Тут нет никакого подвоха. Да вот, люди здесь находятся под защитой государства. Я говорил с председателем комиссии, они окажут помощь в связи с состоянием Азата. После этого только останется найти работу и жилье. Да, и все. Гюлистан, какой бы ты хотела дом? А? Что с тобой? Почему ты молчишь? Гюлистан так и не оправилась после трагедии. Она такая уже седьмой год после истории с Азатом. У нее болит сердце за наших детей. Я не видел, что делали девочки. Не видел. Не видел. За что нам такие несчастья? Убереги нас, Аллах, от худшего. Только время залечит эти раны. Сколько раз я говорил, не увозите меня. Не увозите. Хайдар, нужно быть сильными. Он прав. Время — лучший лекарь. Рамо. Только Аллах дает и забирает детей. Смирись. Девочки, вы не виноваты. Виноват суд. Мои дорогие крошки, завтра вы пойдете в школу. Теперь вы все будете жить там. Я поговорил с директором, они приедут за вами. Папа, мы все? Да, вы все. Я не поеду. Я тоже не поеду. Я останусь с тобой. Дочка, вас и так с трудом приняли туда. В этой школе будет много детей. Вам понравится. Там будут игрушки. Они играют, гуляют, учатся. Ну, не плачьте. Не расстраивайтесь, мои ненаглядные. Не плачьте, не расстраивайте своего папу. Не отходите там друг от друга ни на шаг. Понятно? Прилежно занимайтесь и учитесь. Хорошо? Поцелуйте руку дедушке. Мои дорогие птички, мои розочки, мои фиалки, мои лютики. Учитесь. Хорошо? Занимайтесь. Я возьму ребенка. Давай. Поехали с нами. Перестаньте, девочки. Сами в школу едете, а сами плачете. Вам пора. Идемте в машину.
Ей с каждым днем становится лучше. И ее сестренке тоже. Здравствуйте, девочки. А я жду вас. Я ваша мама-директор. Девочки, давайте прогуляемся. Представляете, у нас есть игровая комната. Давайте сходим все вместе и посмотрим. Ладно? К счастью, она очнулась. Иса, поезжайте, у вас своих забот полно. Рамо, она скоро поправится. А если не поправится? А если не поправится, мы переберемся в Стамбул, и за девочками, и за Хавар будут заботиться моя жена с мамой. Нужно подумать, как забрать девочек. Если не отдадут, мы их выкрадем. Пошлите. Пошлите дальше. Идемте, милые мои. Рамо. Мое солнышко, как ты? Уже лучше? Все тело болит. Рамо. Что? Как дети? Дети в порядке. К счастью, сегодня пошли в школу. Да. Да. Приведи ко мне детей. Дети, пришла мама-директор. Как ваши дела? Хорошо, мама-директор. Дети, поздоровайтесь с вашими новыми друзьями. Здравствуйте. Вы все почистили зубы? Да. Молодцы. Хария, покажи девочкам их кровати. Дети, это ваши кровати. А страдают всегда бедняки. Богачам достается все самое лучшее. У нас все отнимут. Эти обновления только отговорки. Вы же сами знаете, лапша на уши. И не говори. Приветствую. Здравствуй, дядя Джума. Тут жил один парень. Напоминал девчонку. Вы не в курсе, куда он переехал? Нет, мы не знаем. А где его можно найти? Эти извращенцы тусуются в травести-барах в Беглу. Иногда выходят на работу в Харбие. Какую работу? Грязную работу, развратную. Ладно, спасибо. Пошли, мама. Идем, идем. Зачем он им понадобился? Не обращай внимания. Кто знает? Добрый вечер. Добрый вечер, малыш. Мы ищем парня по имени Джан, который живет в Тарлабаше. Джан? Да. Малыш, это Джан, бабочка или букашка? Ты скажи. Обычный Джан. Малыш, не хочешь поразвлечься? В первый раз бесплатно. Да пошел ты! Не лапай меня, тварь! Мамо, не связывайся. Жизнь приносит человеку и счастье, и горесть, ребята. Не огорчайтесь. Хайдар переживет и эти беды. Как дела? Работа устраивает? Я доволен. Дядя, я не могу взять в толк. Почему ты не освоился здесь? Как далеко бы тебя ни занесло, живи ты хоть в раю,
Но лучше родины ничего нет. Слышал стихотворение Джахита Сыдкы? На родину хочу увидеть небо, зеленые поля и желтую листву, услышать пение птиц и аромат цветов. На родину хочу изведать тайну жизни и постичь любовь, если посчастливиться спокойно умереть. На родину хочу, и пусть я захлебнусь в печалях и заботах, я все равно к тебе, родимая, приду. Слышали? Вот, это дорожка в казенный дом. А это в дом жениха. А это к нашему красавчику. Эй, малыш. Ты тоже должен работать. Никто не будет содержать тебя здесь на халяву. Сестренка, не беси меня корыстной болтовней. Ну что такого, Джансу? Нам всем не сладко приходится. Он должен работать, как и все девочки. Не обращай на нее внимания. До свидания, мама директор. До свидания, доброго дня. До встречи. Я красивая, мама директор? Очень красивая. До свидания. Пока. Психологически девочки не пришли в себя. Они скоро встретятся со своей мамой, госпожа доктор. Я много лет работаю здесь, но не встречала отца заботливее, чем у них. Бедняга. Он навещает их каждый вечер. Давай зайдем, милая. Узнаете того, кто на фотографии? Спасибо. Простите. Сестренка, ты не встречала этого парня? Сестрица, не смотри так на меня. Я ничего плохого не сделала. Какая я тебе сестрица, еще раз возьмешь мое колье, и тебе не поздоровится. Сестра. Джансу, отстань. Отстань, а? Бират! Бират, иди сюда, я не понимаю, что он говорит. Сейчас. Бруност, Бруност. Так, где это было? Козий сыр. Вот. Молодец, сынок. Я горжусь тобой. Ну что ты, папа, язык трудный. Вы его видели? Вы его случайно не знаете?
ничего не видели? Вот этого парня не видели? А, вон он. Неужели та размалеванная баба Кадри? Спросим того парня из бара. Он знает. Идем. Подумайте хорошенько. Не совершайте ошибку, когда найдете его. А лучше вообще не ищите. Мы теперь сами с этим разберемся. Мы с братом решим нашу проблему. Вы всегда можете обратиться ко мне. Спасибо, дядя Джума. Мы благодарны. Племянник, врач сказал, что сначала тебе снимут мерки, а потом, если понадобится, сделают операцию. Хорошо, дядя. Молодец. Ляг на кушетку. Вот так. Тебе нужно найти новое жилье. Мне совсем некуда пойти. Что за обычаи такие? Дело не в обычаях, а совсем в другом. Это серьезнее обычаев. Мои братья не примут меня таким. Они не успокоятся, пока не убьют меня. Откуда это у тебя? Подружка подарила? Нет, я привез из села. По-курдски – берфин, а по-турецки – подснежник. У подснежника есть своя история. Солнце любила лишь одна живая душа. Это был подснежник. Он любил солнце, но никогда его не видел. Так как знал, что если выглянет на солнце, сразу же умрет. Но, несмотря ни на что, все подснежники показываются солнцу и тут же умирают. Нет никого смелее подснежников. Хавар? Доктор, они приехали? Да, вставай. Вставай. Вот так. Осторожно. Пошли. Бегите ко мне. Дорогие мои. Какие же вы красивые.
Мама, мама, я останусь с тобой. Мама, не бросай нас. Не плачьте, я вас не брошу. Мама. Мама. Милая моя. Родная. Доченька. Милая. Как я соскучилась. Дочка. Милая моя. А где Серхат? Папа. Мама, где Серхат? Почему вы молчите? Где он? Серхат! Серхат! Что скажешь? Так нормально? Нормально, папа. Хорошо, что мы приехали сюда. Вот только я постоянно беспокоюсь за наших. Мои несчастные земляки, снежные горы не выходят у меня из головы. Да вот. В горах, по которым ты так скучаешь, есть противоречия. Невероятное противоречие. Повстанцы призывают тебя: приходи к нам в горы. А солдаты говорят тебе: только сунься в горы, и мы тебя убьем. Никто не оставляет горы в покое. На радость птицам, букашкам, бабочкам и цветам. Пора бы уже. Как было бы чудесно, как чудесно. Теперь мы знаем, как хорошо и спокойно могут жить тут люди. Какой бы ни была религия и язык, а человек... Человек важнее всего. Давайте есть. Угощайся, дорогая. Спасибо. Твои. Садись. Скорее. Садись. Давай же. Что он делает? Прости, сестренка. Ты его знаешь? А как его зовут? Его зовут Кадри. Кадри. Кажется, я его знаю. Зачем вы его ищете? Сестренка, ты скажи, где он? Мы хотим с ним поговорить. Приходите тогда на рассвете на старый Галатский мост. Я приведу вам Кадри. Пока. Почему ты одна? Ты не нашла его? Везде искала, но его нигде нет. Сестренка, у тебя нет его адреса? Зачем вы его ищете? Он принял решение и сделал свой выбор. Это его жизнь. Что плохого он вам сделал? У него свой мир, а у вас свой. Не оставайтесь здесь. Забирайте детей и возвращайтесь в свое село. Перестаньте искать Кадри. Пока. Кадо! Повернись, Кадо!
Мамо! Мамо! Аллах создал меня таким. Я знаю, вы убьете меня. Когда я умру и предстану перед Аллахом, я задам всего один вопрос. Я спрошу. Почему он не создал меня женщиной? Мамо, стреляй в меня. Я готов. Мамо, пусть уходит. Давай, брат. Стреляй в свою сестренку. Мамо, пусть уходит. Я чем только уже не занимался. На полу, на кровати, на коленях. Не стреляй, мамо. Я могу по-всякому ложить. Ваш брат оказался женщиной. Смиритесь с этим. Ваш младший брат женщина. Я предупреждал тебя. Ты не послушался. Ты опозорил нас, брат. 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 Садись ради матери, но только уверенно. Мама! Матушка! Азат, дорогой. Дорогая госпожа директор, я Рамазан Алтун. Спасибо за то, что позаботились о моих детях. Моя драгоценная жена поправилась в государственной больнице. Спасибо матушке стране. Но батюшка государства неправильно поступил с нами. Он отдал нас в чужие руки, сделал несчастными. Мы решили вернуться.
Я продолжу растить детей посреди войны. Как жаль, что братья и сестры, возвращенные на этой земле, не могут петь общие песни, болеть за общие идеи, жить в покое и мире. Это мы, мужчины, жаждем войны, а страдают наши женщины. Я уверен, что только наши матери могут покончить с этой войной. Матушка-директор, мы ждем тебя в гости. С глубоким уважением целую твои руки. Фильм переведен и озвучен по заказу ABC Distribution.